благоприятен для людей, родившихся в год лошади, овцы, обезьяны и курицы. В этот день задуманные дела будут решаться легко. Хорошо в этот день писать научные труды, трактаты, делать добрые дела, совершать подношения вдасан и ламам, надевать новые украшения, новую одежду, ставить закваску, а также проводить похороны и поминки. Неблагоприятен день для людей, родившихся в год тигра и кролика. Не стоит в этот день строить дуган, субурган, начинать стройку, покупать и продавать вещи, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, а также отдавать дочь в невесты. Стрижка волос – к удаче и везению в делах, отправляться в дорогу – к новым беспокойствам. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.